хочешь узнать, какой я Бейблейд взял на новогодний турнир? Тогда ставь лайк, подписывайся и погнали! Привет! Ты на канале Team BDH! Сегодня я расскажу, с каким из этих Бейблейдов я выиграл на турнире! Скажу итоги розыгрыша на вот эти Бейблейды! И объявлю конкурс на новый Бейблейд! В нашем городе очередной раз проходил турнир по Бейблейду. Я долго думал, какой же Бейблейд взять на турнир? Феникс, Фафнир или Геркулес? Но вы, ребята, мне написали в комментариях, что Кайнокс часто побеждает в турнирах. Сейчас я попробую испытать Кайнокс вместе с этими тремя Бэями. Привет, друзья! А я, как всегда, составлю Тимофею компанию и стану соперником. Тима, ты кем будешь играть? Я буду Кайноксом. Хорошо, тогда я остальными тремя Бэями. И первыми мы решили сразить Кайнокса с Фениксом. Три, два, один, вперед! Знаю, Тимофей, мне кажется, Феникс настолько сильный Бэй, что победить его даже Кайноксу, наверное, не под силу. Нет. Пока идут такие небольшие атаки. От Феникса. Да. Слушай, ну посмотри, Кайнокс не теряет скорость. Да. Феникс уже атакует, но наклоняется. И Кайнокс наклоняется. Опачки! Вот это у него наклон! И вот это сила! Феникса на турнир уже не берем! А сейчас посмотрим, Тимофей, как Кайнокс сможет победить непобедимого Фафнира. Три, два, один, вперед! Ой, не знаю! Мне кажется, Фафнир переиграет Кайнокса. Посмотри, какие у них суперские скорости. Ага. И атаки такие большие. Кстати, Кайнокс ниже, чем Фафнир. Но да. У Фафнира самораскрутка, поэтому я в него верю. А Кайнокс еще может наклоняться, но ему может драйвер остановить. Так, что-то мне мой Фафнир не нравится. А мне очень нравится. Ребята, не может быть! Я не верю своим глазам! Кайнокс победил Фафнира. Фафнира на турнир уже не берем. Тим, но если Кайнокс победил Феникса и Фафнира, значит Геркулес для него вообще семечки? Наверное. Ну, давай попробуем все-таки. Три, два, один, четыре. Да, мне кажется, Кайноксу будет легче справиться с Геркулесом. Ага. Геркулес не такой уж он и сильный, мне кажется. Хотя посмотри, какая скорость, что у одного, что у другого. И такие небольшие атаки идут. Да, и Геркулес уже вот так вот виляет. Они оба виляют, кстати. Посмотри. О, что? Кайнокс остановился. Да. Вот это неожиданно, я хочу тебе сказать. Мне предстоит тяжелый выбор. Геркулес победил Кайнокса, а Кайнокса победил Фафнира с Фениксом. Все-таки возьму Кайнокса, потому что он победил еще других. Готов? Да. Готов? Три, два, один, вперед! Геркулес против Кайнокса, кстати, Геркулес вот серьезный. Я сама уверенно держится, Кайнокс сама. Геркулес, кстати, серьезный соперник Кайноксу. Кайнокс держится, но Геркулес. Кайнокс, давай. Ну-ка, Кайнокс себя поведет здесь.
один вперед! Кто же? Полуфинал у нас Кайнакс и Геркулес. А Кайнакс проигрывает Геркулесу. Есть. Поехали. 3, 2, 1, вперед! Ну не может же Кайнакс быть бессмертным. Он же все равно должен проигрывать. Сейчас один. Да. Сейчас кто выигрывает, какой-то. У меня еще и садится батарея. Батарея не садится. За третье место награждается Фасаман Тимофей. Человек, победивший на весенних соревнованиях. Ну, ничего страшного. Все, секунду. Сейчас. Пожалуйста. Ну, с таким бейблейдом я посмотрю. В итоге полуфинале Геркулес победил Кайнокса. И я занял третье место. А вот мои награды. Медалька. Вот такая вот классная. Диплом и Кербиус. А сейчас мы найдем победителя на вот эти два бейблейда. Итак, друзья, начинаем наш воскресный розыгрыш. Сегодня первым мы разыграем с прайза на Реквием, так как победитель опять не объявился. Ребята, если в течение недели победитель не забирает свой приз, значит мы его переигрываем. Итак, Тимофей, поехали. Сейчас рандом начнет собирать ваши комментарии, а их очень-очень много. И мы найдем победителя. Так, собираются комментарии. И где же наш победитель? Комментариев очень много. 1000 с копейками на этом видео. Ого. Да, поэтому вот они все собираются. И Маркиян Брашко, Шкода. Маркиян, не Шкода. Если ты открыл подписки, то да, ты сейчас выиграешь с прайза на Реквием. Смотрим, а у Маркияна ничего нету на канале. Вот действительно Шкода. Что ж, переигрываем. Давай, Тимофей, еще раз нажимай. Еще ищем, кто может сейчас выиграть. И это Чозет Плей. Мы с мамой вместе ждем. Вы очень крутые. Спасибо. Спасибо большое за такие слова. И мы сейчас открываем ваш канал и видим сразу подписки. И вы выиграли с прайзом Реквием. Пожалуйста, напишите нам где-нибудь в Инстаграме, на Фейсбуке, на имейл. И мы вам сразу вышлем ваш приз. А теперь, друзья, мы разыгрываем Экскалиуса 4. Так, переходим к нашему рандому и начинаем собирать наши ссылочки. Вернее, ваши комментарии, извиняюсь, неправильно сказала. Подождите, что у нас здесь зависло? Нет, не зависло. Так, Максим Крупей. Ты крутый, я в конкурсе. Максим, конечно, без проблем. Сейчас мы посмотрим только твои подписки. А они, к сожалению, не открыты. Что ж, Максим, не повезло тебе. Открывай подписочки и участвуй дальше в наших конкурсах. Да. Ищем дальше. Собирает рандом ваши комментарии. Что-то не могу понять, что так плохо видно. Прям.
Так, и сейчас мы узнаем, кто же это. И это мальчик с чем-то. Не знаю. 2 минуты 32 секунды и 4 миллисекунды. Мальчик, ты выиграешь сейчас Экскалиуса 4-го, если у тебя будут открыты подписки, ты на нас подписан. Итак, да. Подписки открыты. Сейчас мы будем искать Тим Витыча. Да. А Тим Витыч есть. Ты подписан. Итак, мальчик выигрывает у нас Экскалиуса 4-го. Как-то в этот раз все быстро, да, Тим? Угу. Всех мы нашли очень быстро победителей. Теперь победители обязательно отзовитесь, и мы вам вышлем ваши призы. А сейчас я объявлю конкурс на Бейблейд, который победил Кайнокса. Геркулес! Условия вы знаете. Вы должны быть подписаны на наш канал, подписки должны быть открыты и оставить свой комментарий «Участвую». А теперь новогодние приветики! Шулайф, привет! Фокси ТВ, привет! Илья Воронов, привет! Супер Про, привет! Никита Супер, здорово! Супер Нас, привет! Илюха Назаренко, привет! Распаковки Бейблейдов, Амир, привет! Вадик Паненко, привет! Джека Стри, привет! Бамбушка, привет! Мама Сметана, привет! Гайд Гейм, привет! Ребята, на приветы пишите свои имена и фамилии. Спасибо, что меня смотрите. Подписывайтесь на канал Тим Витыч. И всех с Новым годом!